Трудно описать ощущение, когда ты сидишь у реки, а с другого берега внимательно рассматривают тебя вековые строения и великаны, созданные природой. Находясь в Люцерне, меня очень впечатлила гора Пилатус, возвышающаяся над всем, что сотворил человек. Привет, это Ключ, и я Гера. Посещение горы Пилатус в этот раз у нас не запланировано. Мы решили ненадолго остановиться в городе, пройти по старинному деревянному мосту Капельбрюке, наблюдая, как яркими лучами солнца играет река Ройс, посидеть на набережной и полюбоваться величием старого города Люцерн. Несмотря на то, что утро было уже не раннее, мост Капельбрюке еще пустовал, и нам удалось сделать кадры, не мешая мимо проходящим посетителям этой древней старины. Часть наших записей, связанных с Капельбрюке, остались в предыдущем видео, ссылка в описании. Сейчас же мы направляемся в сердце старого города, с его неповторимыми узенькими мощеными улочками, с красочными фресками, украшающими дома вокруг нас, и с бесчисленными фонтанами, из которых течет питьевая вода. Каждый прохожий может подойти и утолить жажду в жаркий солнечный день. С набережной, свернув в один из маленьких переулков, сами того не замечая, стали погружаться в неизведанный мир старины. Проходя мимо одного из отелей, мы не смогли удержаться и заглянули в окошко. Там тихо ожидали убранные маленькие столики своих гостей. Ощущение уюта, покоя и тепла распространялось далеко за пределы этого маленького окошка. Город уже начал просыпаться, и со всех сторон была слышна речь мимо проходящих туристов. А мы шли на привлекающее нас журчание воды. Так мы оказались на площади Вайнмаркт, прямо перед небольшим фонтаном. Проходя все дальше и дальше по узеньким переулочкам, мы не переставали удивляться разнообразию фресок на фасадах домов. Подойдя к одному из многочисленных фонтанов и углубившись в видеосъемку, я сама того не желая, явно мешала набрать воды скромному прохожему.
Как же Швейцария без часов, украшений и шоколада? Возвращались назад мы через Капелплац. Пройдя мимо капеллы Святого Петра, мы оказались перед Капелбрюкке. Поднявшись к уже современному мосту Зеебрюкке и бросив взгляд на реку Ройс, меня очередной раз поразило величество горы Пилатус. Молчаливый великан наблюдал за всем, что происходило вокруг него. Сколько всего он видел, знает, но, к сожалению, не сможет нам поведать об этом. Как бы ни был умен человек, какой бы властью он ни обладал, он никогда не сможет сравниться с природой, с миром, в котором ему позволено находиться. Понимая это, мы потихоньку возвращались домой, к нашим будням, к нашему миру, к нашим мыслям. Спасибо за ваше время. Увидимся.